И вот настоящая зима. Наконец-то и морозы, и метели, а неприятнее дождя и туманов, особенно в январе. Но надолго ли? Прогнозы часто не сбываются, поэтому нужно срочно насладиться всеми зимними забавами. Покататься на лыжах, съехать с горки и выехать на лед в коньках. 21 января – Всемирный день снега. И цветные пятницы в зимнем настроении. Кататься на коньках – это супер. Хорошо кататься, особенно с друзьями. Ну, приехала сюда первый раз за год, мне здесь очень нравится. Приходите на каток, это круто! Круто, что?